Ростелеком составил рейтинг популярных у тюменцев фильмов, которые те смотрели в новогодние каникулы. Какие кинокартины и какие каналы пользовались вниманием горожан в празднике, узнавал Николай Смирнов. В новогодние каникулы интерес к телевизору и просмотру кино на домашнем экране возрастает. По данным Ростелекома, наиболее востребованными среди пользователей интерактивного телевидения являются премьеры, экшены и мультфильмы. Самыми популярными фильмами стали 28 панфиловцев, тролли, миньоны и тайная жизнь домашних животных. В кино у нас получается выбираться редко, поэтому мы смотрим мультфильмы и фильмы по телевизору. Выбор у нас падает на интересы нашего ребенка. Поэтому мы сейчас смотрим Лунтика и Барбоскиных, узнаем, что у них нового в жизни. А вообще мне нравятся фильмы с участием Джима Керри, но есть смотреть пока еще рано. Помимо обширной видеотеки, в интерактивном ТВ есть киноканалы, транслирующие круглосуточно лучшие фильмы и сериалы современности. Paramount Channel, Fox Life, Амедиа Премиум. Есть и каналы с российским контентом. Дом кино, Кинокомедия, Русский роман, Русский детектив и другие. В интерактивном телевидении Ростелекома более 200 телеканалов и богатая подборка фильмов. От полюбившейся всем киноклассики до премьерных новинок. Фильм можно поставить на паузу и, например, отвлечься на звонок. Можно перемотать и посмотреть интересный сюжет еще и еще раз. А можно зайти в архив и посмотреть фильм, который шел вчера или позавчера. Интерактивное телевидение – это сейчас не просто телевидение, это центр домашних развлечений, где каждый член семьи найдет контент по своим предпочтениям. Ростелеком подключает интерактивное телевидение по современной оптической технологии GPON, которая гарантирует высокое качество картинки и звука. Николай Смирнов, Сергей Желноков, Тюменское время.